It's a lynch thing. Всем привет! Сегодня мы будем снимать видео, обзор дома, где живут наши друзья. Это апартаменты, а точнее пентхаус, рядом с Лейк Йола, что в даунтаун Орландо. Вот посмотрите, это еще только вход. Коридор, это приватный коридор, здесь только для хозяев этого пентхауса. И лифт, соответственно, тоже только для них. На этом этаже только их пентхаус и больше ничего. Здесь вот, по-моему, просто спуск вниз по лестнице. То есть вот такой вот у них вход. Находится пентхаус на 23 этаже. У них шикарный вид. Сейчас мы посмотрим, как тут. Так, вот такой вот здесь шикарнейший вид. Посмотрите. Просто вау. Особенно классный вид вечером. Вот это озеро Йола, Лейк Йола, который находится в даунтаун Орландо. Здесь вот высотки все вокруг. Здесь вокруг озера гуляют люди. Окна здесь, посмотрите, какие шикарные. Просто вдоль всего зала. Вот, посередине находится кухня. Такое все выполнено в современном стиле. Ребята только недавно переехали. Вот еще елочка стоит здесь. Даже немножко страшно. Здесь у нас кофемашинка. Винная коллекция. Вот она кухня, плита. Здесь встроен холодильник. Ку-ку. Это мраморная столешница. Пройдем, выйдем на балкон. Вот такой вот здесь балкон. Большой. Как страшно! Вы не представляете, как страшно мне находиться в таком открытом пространстве на 23 этаже. Вот меня отделяет всего лишь маленькая перегородка. Снаружи зеркальные окна у высотки. Здание такое красивое, как волна. Построено где-то 20 лет назад. Комплекс апартаментов. Это такая большая высотка. И это последний этаж. Самый большой пентхаус. Он здесь один, и еще есть два мини-пентхауса. Но вот здесь видите самый шикарнейший вид. В этих апартаментах 4 спальни. И, как вы видели, один большой зал. Такой здесь водопадик. Рядышком пианино. Все такое в интерьер.
гардеробная. А, и ландри. Ландри комната. Идем далее. Ребята только недавно переехали, поэтому здесь планируют сделать офис. Здесь ванная комната. Посмотрите на отделку, все такое в светлых тонах. Все закрывается такими шторками. Шторки уходят вверх. Все с пульта. Вот так вот можно заглянуть, посмотреть на вид из окна. Так, идем дальше. Следующая комната. Здесь, по-моему, кондиционер. Да, видите, здесь кондиционер. Верхние такие стандартные, большие. Вообще потолки высокие, но, в общем-то, это и понятно для пентхауса. Так, здесь тоже еще все только обустраивается. Это может быть, например, или детская спальня, или гостевая, а может быть и офис. Вот, посмотрите, здесь везде есть гардеробные, как минимум небольшие, но есть. Вот полочки различные. Налог на этот дом около 30 тысяч долларов в год. HOA 1500 долларов в месяц. Да, вы не ослышались. 1500. Так что это себе позволить могут далеко, к сожалению, далеко не все. Так, вот здесь вот у нас душевая кабина. Мне очень нравится отделка и сочетание светлого и темного. Так, дальше. Здесь еще одна комнатка. Здесь тоже будет либо детская, либо чей-то офис. Здесь тоже везде хороший вид на высотки. Немножко озера. Здесь же гардеробная. Так, вот такая вот угловая гардеробная. Тут еще есть. Так, здесь у нас просто кладовка для всякой утвари. Идем далее. Здесь, а здесь водонагреватель для разной утвари, полочки. Вот гостевой туалет. Смотрите, какой красивый. Все такое custom made. Проходим дальше. Здесь у нас. Здесь у нас. Спальня, мастер bedroom. Хозяйская спальня. Посмотрите, какой шикарный вид. Очень большая, потолки красивые такие, многоуровневые. Говорят, здесь очень красивый вид ночью. Поверим. Так,
Здесь у нас гардеробная. Большая такая. А здесь хозяйская ванная. С джакузи. И большая душевая кабинка. Вот туалет отдельно. Закрывается. А здесь у нас для постельного белья кладовочка. Выход. Так выглядит ресепшн. При входе никто лишний не зайдет, только свои. Мы выходим. Вот так называется здание The Waverly on Lake Eola. Вот здесь же гараж находится, паркинг, очень удобно, под зданием, сразу на лифте спускаешься и выезжаешь в город. Вот так комплекс выглядит со стороны, в виде волны. Тут же озеро Йола, сразу через дорогу. Красиво, все в дубах многолетних. Здесь гуляют с собачками. Утреннюю пробежку совершают и вечернюю. Черепашки, как у вас дела? Посмотрите, черепашки отдыхают. Им здесь, конечно, раздолье. Тут владельцы собачек могут взять пакетики и выкинуть отходы за своей собачкой. Все цивильно, аккуратно. Везде мусорки, скамеечки. Вот они, гуси-лебеди. Людей они вообще не боятся. Лежат себе спокойненько.
красивые какие. Ресторанчик. Вот красавец, черный лебедь. Посмотрите, какой красивый. И уточки. Гусики. Не знаю, не уточки, наверное, гусики. Также здесь за $10 можно покататься на лебедях. Катамараны. Смотрите, какой интересный лебедь. Он беленький, но шея у него черная. Я такое впервые вижу. Интересный получился. Да, еще что-то говорит. Давай, скажи. Выскажись. Вот у них здесь кормушка. Почему они не улетают? Их здесь кормят специальным кормом. О, два даже есть. Может, это такая порода какая-то? Вот, парочка красивая. Вот он, пентхаус. Самый верхний этаж. Чувачку вообще весело. Энергии очень много. Привет. Здорово. Как у вас дела? Вы хотите меня укусить? Ага. Вот здесь можно купить корм для лебедей. Одобрено. Также здесь есть детская площадка большая, общественный туалет. Что? Зайдем в общественный туалет? Гуси-лебеди здесь вообще ничего не боятся. Вот так ходят просто. Привет! Гладить я тебя не буду, а то ты меня ущипнешь. Здесь также есть беседочка в китайском стиле. Очень красиво. Рядышком спит лебедь. Вот так спят лебеди, кто не знал. Извините, не хотела вас тревожить. Продолжайте спать. Вот уточка под пальмой. Чешется. Каких птичек тут только нет. Смотрите, вот маленькая уточка, какая красивая. Готовят попкорн. Не видно ничего, немножко. Вот он так выглядит, готовый попкорн. Вот такой пакетик стоит $5. А тут очередь, как в мавзолей. Началось, смотрите. Вау!
все взрывается. Чудо-то какое. Все готово. Вау. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Попугайчики. Представляете, такой дома будет орать каждый день, каждое утро. Он фоткается за денежку. Крылышки подрезаны, чтобы не улетели. Это чтобы не накакал, наверное, полотенчика подстелили. Какой маленький. Смотри. Привет, привет. Маленький сыночек. Посмотрите, какой он маленький. 8 недель. Очень-очень большой песик. Это девочка. Девочка. Привет. Маленькая писька. Не раздавить бы такую пёську маленькую. Ты понимаешь, у меня котик в 4 раза больше. А птичка-то одним глазом-то поглядывает. Привет. Смотрит на всякий случай. Да? И вот еще одна. Под каждым деревцем. По птичке. Вот так непринужденно отдыхают люди. Возьми меня с собой. Я твой навеки. Очень дружелюбный песик. Yes, you can bite me. It's okay. It's okay. Okay, you're gonna hurt yourself. Come on.